Сижу я, значит, дома, никого не трогаю, примус подчиняю. А тут мне звонят по поводу карты халвы из Совкомбанка. Алло, здравствуйте. Да. А это компания Совкомбанк. Вам удобно сейчас говорить? Какая компания? Совкомбанк. Ну, давайте поговорим, да. У нас для вас приятная новость. У нас сейчас проходит программа «Семейная карта халва в подарок», благодаря которой вы можете ежедневно совершать покупки в магазинах. Скажите, вот вы в такие магазины ходите, как «Пятерочка», «Монетка», «Ашан», «Перекресток», «Магнит»? Да, хожу. Так вот, в этих магазинах вы еще и скидки получаете до 40%. Карта абсолютно бесплатного обслуживания. Вы из нее не платите ни рубля. Все оплачивают магазины-партнеры. Поэтому хотели уточнить, в какое время для вас было удобно и забрать карту? Ну, времени у вас. Связь прерывается, во-первых. Во-вторых, мне нужно более подробнее изучить ее условия. До 40% это ничего не говорит. Я так понимаю, 40% это на что-нибудь одно, а на все остальное что-то другое. Хотелось бы знать более подробные условия. А, хорошо. Смотрите, вы можете ознакомиться с условиями карты халва на официальном сайте Совкомбанка, да? И давайте тогда я еще передам ваши контакты специалисту Совкомбанка. Он перезвонит вам в течение ближайшего времени, более подробно ответит на все ваши интересующие вопросы. И вы тогда, если уже надумаете брать карту, то тогда вы с ним согласуете по времени и по адресу, как вам будет удобно. Проедете, тогда и заберете уже без очереди, хорошо? Если информация есть на сайте, я сам с ней ознакомлюсь, если будет интересно, могу сам связаться уже. Ну все, хорошо, понял вас. Спасибо, до свидания. После нашего разговора я перешел на сайт халвы. Так, что мы тут видим? Знаменитого дяденьку. Дальше до 18 месяцев рассрочки, бесплатная и быстрая доставка, до 7,5% на остаток, 0% за пользование рассрочкой, 0% бесплатное оформление и обслуживание, до 6% кэшбэк на любые товары. Все хорошо. Где обещанные до 40% кэшбэка? Мы пока не видим. Так, здесь список магазинов, где все это происходит. Мы его посмотрим позже. Так, и самое интересное, как всегда, написано внизу мелкими буквами. Так, написано срок рассрочки до 17 месяцев, бра-бра-бра, тут тыры-пыры. И внимательно почитав весь текст, вы не найдете нигде упоминания 40% кэшбэка. Вы можете найти супербонус «Любимая покупка». Для того, чтобы воспользоваться им, вам необходимо в течение 6 месяцев делать не менее 5 покупок на сумму от 10 тысяч рублей суммарно, чтобы получалось. И то вы в этом случае получите всего 35% кэшбэка на одну покупку за весь 2019 год. В принципе, условия хорошие. Можно там выполнять все условия и потом прийти там в какой-нибудь магазин бытовой техники, M-Video, по-моему, они с M-Video дружат, и взять у них какой-нибудь дорогой ноутбук, там, не знаю, за соточку, за 50 тысяч, там, у кого какие суммы, сумма денег есть. Если при этом вам вернется 35%, это офигенные условия. Но продавец-то обещал нам 40%. Обещал. Про это мы ничего на сайте не нашли. Так, давайте посмотрим другой сайт, тоже сайт халвы. Опять мы видим этого же дядечку, смотрим бесплатное обслуживание и оформление, доставка курьером, приветственный бонус плюс 3 месяца рассрочки на первую покупку в первые 10 дней после оформления карты. Доступно при покупке телефона в партнерской сети. Да, кстати. Тут многие условия, что вам нужно расплачиваться именно телефоном, то есть вам нужно взять карту, установить ее на телефон, на Apple Pay, Google Pay, по-моему, у Samsung есть похожая программа. И только в этом случае вы будете получать какие-то там хорошие условия. Ну, в принципе, ничего в этом сложного нету. Покупайте в магазинах партнера с рассрочкой до 12 месяцев. И вы можете увеличить ее до 18 с помощью тарифных планов. В принципе, тоже хорошее условие.
до 7,5% годовых на остаток можете получать. Вам достаточно сделать одну покупку в любом магазине за счет любых средств, и деньги на карте начнут расти по ставке 6% годовых, а не 7,5%. А чтобы было 7,5%, вам нужно совершать от 5 покупок в отчетном периоде на общую сумму 10 тысяч рублей в любом магазине своими или заемными средствами. Ну, тоже, в принципе, приемлемо. Неплохо. До 6% кэшбэк, но при оплате телефоном. То есть, если будете картой рассчитываться, тоже будете получать на порядок меньше. Ну, в принципе, все условия прикольные, все понятные. О, кэшбэк 35%, это мы уже рассматривали. Доступно один раз в год. А для этого нужно оплачивать телефон от 5 покупок на общую сумму от 10 тысяч рублей. Ну, в общем, тут мы разобрались. В принципе, условия вкусные, условия хорошие, но не такие, как обещает продавец по телефону. Давайте посмотрим, в каких магазинах есть эти вкусные условия, кто у них партнеры. Насколько я помню, продавец упоминал монетку Магнит. Кстати, скажу заранее, монетку Магнит я так и не нашел здесь. Хоть нашел много других хороших магазинов. Хофф, Карри, Карусель, Ла Мода, Леруа Мерлен, Метро, Видео, там, Оби, Пятерочка, Шоколадница, Вайлдберрис, Перекресток, Ситилинк и много-много других магазинов. А многими из этих магазинов я пользуюсь. Вон здесь Бургер Кинг есть, Эльдорадо, если хотите бытовую технику купить. Яндекс.Такси тоже пользуюсь, тоже интересно. Так, Мегафон МТС, Яндекс Еда, различные другие вещи, Теле 2, Xiaomi, Билайн. Ну, в общем, есть куча магазинов, в которых шикарные условия. Но того, что обещал продавец магазинов Магнит, Пятерочка, Ашан, вы здесь не найдете. В данный момент я проверял, я все смотрел, их нет. То есть продавец говорит вам то, что вы хотите услышать, чтобы продать вам карту. Кстати, после того, как я пообщался с этим продавцом, мне минут через 10 позвонила девушка из той же компании. Да. Меня зовут сотрудник Совкомбанка. От вашего имени поступила заявка на карту рассрочки халва, верно? Кто вам сказал? Неверно. Мне вот буквально несколько минут назад звонил человек, на что я... Девочка скинула трубку, видимо, очень занята была. Поэтому дальше мы не поговорили. Я не знаю, то ли ей прошлый человек, который звонил, передал, сказал, что вот, обязательно позвоните этому человеку, он готов заказать у вас карту. Либо она по каким-то там своим причинам перезванивала. Ну, суть остается сутью. На тот момент я был явно не готов заказывать карту. Да, повторюсь, условия у него вполне себе интересные, но продают ее с обманом. Если вы надумаете заказывать себе эту карту, вы найдете ссылочку в описании. Но, повторюсь, внимательно читайте все условия. К примеру, они там изменят там через месяцок другое условие, и вы такие думаете, о, условия старые, хоп, и возьмете и закажете. Ну, этого я вам не советую. Будьте внимательны при заказе любых подобных вещей. Не слушайте продавцов, они скажут все, что вы хотите услышать, чтобы вы ее взяли. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Если будут похожие звоночки, я их обязательно выложу.